Стоп. Удары остались. Посмотри, тебя задняя нога, у тебя оп, так на ноги сделали. У тебя второе плечо ушло. Почему? Вот, сейчас ничего не ушло. Не уходит? Нет. Ребят, посмотрите на меня. Посмотрите. Видите, кулаки узко поставил. Какая разница, какой ты удар бьешь, если стоят руки узко. Видишь, отворачивает меня. Плечо, потому что вы поставили кулаки уже, вы выключили плечо. У вас бессознательно начинается вращение вот это вот, чтобы плечо вышло на линию с кулаком. Потому что кулак, локоть, предплечье, плечо это одно целое. Вот вас и начинает вот тут колбасить. Вот длина удара, господа. Вот научитесь работать так плечо рукой. Вот эти ноги, бедра под это все встанут. Понимаете? Другое движение немножко. А? Время. Надеваем перчатки.